Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. И сегодня настоящие женские посиделки. Расскажу о том, что приобрела, не удержавшись от соблазна купить импортные уходовые средства за собой, поскольку вдруг потом не будет. У меня уже есть запас. Итак, начну. Мицеллярная вода от Эвелин, она золотая, с технологией золотых подтягивающих нитей. Ну, я не верю в это ни во что, но она глубоко увлажняет, разглаживает, удаляет даже водостойкий макияж. Вот из-за этого я взяла, потому что иногда летом пользуюсь водостойкой тушью. Также от Эвелин вот такая вода мицеллярная с содержанием ягод Годжи. Эти объемы большие, они по 400 мл, даже 500 мл. И у них были очень хорошие скидки, даже по сравнению с тем, что они как бы и так недорого стоили. А сейчас прям вот очень рекомендую заглянуть на Wildberries, посмотреть, сколько это стоит. Я уже не раз говорила, что я постоянно пользуюсь гидролатами. И вот тоже себе в запас приобрела гидролат Пачули. Это от индийской компании Asha. Очень милая водичка. Кокосовая вода. Тоже Asha. И какая-то новая фирма, не знаю, такую Мелисса. Ну вот взяла Василек. Василек мне очень нравится. И мне нравится и масло Василька, и вода, гидролат. Но то я брала, крымская какая-то компания выпускала. А это вот Мелисса. Мелисса. Где она? Краснодарский край. Не могла не приобрести средства иерусалимской косметики. Они тоже, скидка очень хорошая была. Что-то там по 300 рублей они стали стоить. Вот такая сыворотка. Я уже приобретала ее. И эта сыворотка с гиалуроновой кислотой, с минералами Мертвого моря, с витамином Е и, как же они называются, не пребиотики, ну, в общем, с пептидами, простите. И к этой сыворотке вот этот крем, поближе покажу, тоже все на Wildberries. Это антиэйджинг, то есть против старения. Ну уж так хоть чуть-чуть, чтобы личико-то более-менее было. Девочки, прочитала очень много, ну, о том, что маслами увлекаюсь, говорила неоднократно. А тут прочитала, что очень хорошо влияет на состояние кожи масло семян клюквы. И вот приобрела такое масло. В аптеках не нашла. Может быть, просто не часто его берут, поэтому не завозят. Но вот купила на Wildberries вот такое масло. Попробую, расскажу. Нерафинированное. Так что буду вся молодая, премолодая. В запас купила, у меня уже заканчивается. Вот такое масло, называется оно легкое масло от компании DNC. Мне очень нравится. Девочки, кто пользуется скребками гуаша, делает массаж, вот это масло просто великолепное. Не надо ничего там разводить, оно уже все готово. Состоит из 12 масел.
Я посмотрела, ну, когда приобретала первый флакончик, все масла не комедогенные, так что можно не бояться покупать это масло. Тоже Wildberries и для гладкой и сверкающей кожи. В следующий раз буду сверкать. Купила в запас также черную хну краску. Куда же без нее? Вот. Подорожала по сравнению с тем, что было. Но хотя бы так. Тоже Индия. И купила себе турку, джезву. Вот такую красавицу. Она на 150 миллилитров. А почему купила? Мы когда-то с мужем привезли из Египта спиртовочку и вот эти джезвы. И нам так нравилось варить кофе. И представляете, вот такого объема джезвы лопнула. Ну, я не знаю, почему она лопнула. Как бы пользуемся очень аккуратно. Может быть, потому что уже ей лет 20 было. Вот. И осталась большая, которая на две чашки, и малюсенькая, которая там, ну, я не знаю, миллилитров, может быть, 70 максимум. Вот. А хочется чуть-чуть побольше кофейку, поэтому вот это купила. Вот. Ну вот, девочки, похвалилась своими покупками. А в следующий раз расскажу, что купила из бытовой техники. Долго-долго собиралась, но потом, как сказали, что все подорожает, так решила сразу купить. Но это в следующий раз. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду очень признательна, если напишите комментарии, зададите вопросы, с удовольствием на них отвечу. Всего вам самого доброго. Я желаю всем мира, здоровья, покоя по мере возможности. С уважением, ваша Светлана. Пока.